Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Айзека в Repentance. В прошлой серии с вами играли за синего малыша, посмотрели, как он изменен сейчас. Он стал очень сильным, особенно стали у него сильными безумные сделки, конечно же. Просто атас. И сегодня мы пойдем, ребят, за альтернативного Фаготена, пойдем в Гридер. Он у нас не пройден, я так посмотрел, за кого еще не пройден у нас он. Там есть и Альт Самсон, думал за Кипера сыграть. Давайте пока что начинать. Думал за Кипера сыграть, но у него одна из особенностей — это сильные магазины. Не туда. Я бы гридер хотел. Погодите секундочку. Хорошее начало, да. Так, гридер, еще раз, дубль 2. Так вот, хотел сначала пойти за Кипера, но у него же магазины усиленные в обычном режиме, да? А здесь-то у нас они как будут? Что с ними вообще будет? Я вот не совсем уверен насчет этого. То есть, что-то как-то они будут усиленными или нет? Я не знаю, я решил пока так все-таки с другого персонажа пойти. Может, за Альфа-Готна я тоже хотел поиграть как-нибудь. Так, тебя откроем, аккуратненько. Блин, можно было бомбу протолкать вообще-то налево. Плакат о пропавшем без вести, да? Снова, причем в гридере, где он не особо полезен, конечно. Так, но есть коробка Пандоры, в принципе, прикольно. На первом этаже два сердца души и... А, смотрите, оно мне подсвечивает теперь, что именно я получу. Вау, хорошее изменение в моде. Очень хорошее, потому что у меня есть P1, P2. Оно по второму сразу же влияет. А следующий этаж, она сделает, получается, мне два сердца души и артефакт босса. Угу. Потом 30 монеток, которые будут не 30, нифига, потом Библия. Ну так, далеко ее не затащу, на следующий этаж было бы прикольно, в принципе, вытащить. Есть преимущество нашего перса, сразу же мы спокойно сюда можем заходить абсолютно. Без каких-либо проблем. Так, опять у меня эти штучки. Так, так, и не забываем, да-да-да, надо выходить именно путем выбрасывания этого чела. И давайте, наверное, взорвем сразу эти две штучки, может быть, я ключ купить, возможно. Отлично. И пойти в золотую комнату со старту. Касаемо гридера, его немножечко изменили у нас. Шанс выстрелить 4 стороны. По-моему, особо работать не будет. Нет. Около того. А, нет, смотрите-ка, у него несколько костей таких есть, как будто бы. Во все 4 стороны. Лол, это забавно выглядит вообще. Так вот, с гридером что у нас изменили, в общем-то? Кстати, а мы можем нажимать на кнопочку? При помощи него? Можем! Лол, стоп, оно... Погодите. Бесплатно? У нас же, типа, вот раньше, типа, до Repentance вроде как мне говорили, что почему я так путал, потому что раньше до Repentance у нас уменьшалась награда. Сейчас награда не уменьшается, потому что мы, собственно, теряем ХП, правильно? За лост оно уменьшается, потому что он нажимает на эту кнопку бесплатно. Соответственно, ему меньше наград дается. У других персонажей плата их — это ХП. И какой-нибудь альт Иуда... который бесплатно нажимал на эту кнопку, он, конечно, был прям шарой. Он бесплатно, он не платил ни ХП, не терял награду. И походу за Альт Фаготена то же самое, да? Я тоже могу спокойно нажимать так. Это же вообще жесть. А касаемо изменения гридера, собственно, небольшое, но, конечно, но значительное при этом. Это уменьшили стартовые волны на первых этажах. То ли на первом и втором в том числе, не уверен я насчет этого. Но просто здесь частенько была такая проблема, что ты вот начал, у тебя старт, ну, типа ничего такого особо не упало, это абсолютно нормально. Но если тебе не повезет, игра выдаст тебе просто какой-то, ну, лютейший ад, который ты просто нахрен не знаешь, как защищать адекватно. Просто тьма тьмущая мобов, например. Ах ты падла. Причем на целое сердце сдамажит, потому что это элит, чертова. Неудачно я попался на нее, ну ладно. Хотя вот вообще не хотелось, потому что у меня опять же сделка впереди. Ну... Ну, кстати, наверное, я предпочел бы себе по комнате ангела пойти. А, промазал, хотел нажать на кнопочку. Да, конечно, мы здесь будем по комнате бегать туда-сюда постоянно. Чепонь. Да стой, ну хоть, ты хоть до кого-нибудь, да? Аккуратно, только не под чемпионка. Не под чемпиона попадаем. Чемпионка. Отлично. Так что гридер у нас просто теперь будет немножечко проще. Немного приятнее будет начало. Потому что раньше, конечно, оно порой бывало, ну, просто дичайшим. Типа, первый этаж гридера, если не повезет, там так много мобов было, что просто это можно, не знаю, нарезки хоть вставлять чисто из этого, и это весело было. Смотрелось. Я вспоминаю, когда я вставлял еще начало видоса какой-то фрагмент из серии, я частенько ставил вот момент из гридера, потому что тут прям трошанина творилась полная. Такое небольшое изменение, но приятное, в общем-то. Так, добиваем. А я кнопку нажал, да? Я даже не заметил, такой думаю. Вроде как была одна волна с мобом, с боссом, а я что-то как не помню, кто еще у меня был. Типа, ну, кнопка точнее отжата. Окей.
Слушай, это этим надо пользоваться, что ли? Это ж вообще лепота для меня. Так, шкатулку Пандоры пока что не берем, потому что мало ли у меня будет какая-то активка у босса. У дьявола, в смысле. Но, в принципе, с собой я бы ее потащил, само собой. Потому что, ну, это смысл имеется все-таки. Причем, я так понимаю, что мне без разницы, в принципе, где ее открывать. Да, это не подарок у нас, который зависит от пула текущей комнаты. Нет, так, нет такого, что мне оттащить ее куда-то в сделку, например, и так далее. Так, а вот теперь вопрос, хочу ли я реально в сделку идти? То есть я открываю себе, да, но может есть смысл в нее не идти? Чтобы у меня повысился шанс на ангела. Чтобы у меня ангельская была следующая, точнее. Гарантированно. Потому что когда у меня в лидере нет здоровья особо, то смысла идти в дьявола, в первую очередь, ну, мало, откровенно говоря. Но в то же время всегда есть шанс того, что там выберет какой-нибудь там плащ или пакт, который даст мне сердца в обраточку. Но не хочется на это рассчитывать все-таки. Не хочется надеяться честно. Серьезно, он все-таки попал по мне. Слушайте, как неудобно. Мы постоянно, я выкидываю... Я толкаю его. Оп, хорошо. Так, он мне немножечко нагадил. Кто-то из них. А, Ларри нагадил, да. Так, мы не идем в сделку, потому что... Чтобы шанс в ангела конвертировался. Хотя там можно что-то найти крутое, да. Если там ничего не нашли бы, у нас был бы шанс на ангела и на дьявола. Но тогда нам может дьявол опять попасть. Все-таки поэтому я не пойду. Не уверен я в этом. Так, покупаем это. Ключ пока что не торопимся, потому что, блин, там очки были, кстати, которые вообще-то в гридере в самом начале так получить, они бы себя купили, я думаю. Секреты на каждом этаже все-таки открывать. Так, ну это, в общем-то, все. Да. Надо ходить по комнату жертвоприношения. Может быть, был смысл все-таки пойти на дьявола, потому что я в комнату жертвоприношения... Ой, какие жертвоприношения. В шипастую комнату легко захожу на халяву, да, ёлы-палы. Просто HP по синие сердца дают. А здесь есть шанс на собрать гапи, например, хотя сейчас ничего такого нет. Так, 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 а мне как бы это забрать все? Вот так сделаем. Хорош. Есть аккумулятор. Аккумулятор не работает на активку, которая одноразовая. И писали, собственно. Отлично. Так, я беру себе ключик, да? Есть и шприц, кстати, который очень неплох. Мне скорость бега полезна. Пилюля какая-то. Давайте сделаем так. У меня есть много бомб. Их надо использовать. Глаукома. Нет, стоп, это другой глаз Каина. Я перепутал. Я глаукому с другим глазом Каина и еще с предметом, который злой глаз, по-моему, путаю частенько. Эта штука летает по комнате, просто стреляет в сторону, которую я нажимаю стрелять. А, я ж могу скидать кость Каина, точно. Кость Фагота нашего. Про которую я вообще забываю. И вспоминаю обычно в конце серии где-нибудь. Так, ну я хочу взорвать, наверное... Блин, а кого взорвать-то? Так, того бомжа точно не надо. Давайте сорвем его, ладно, хотя он мне мало что может принести. Ну, две монетки, хоть что-то. В идеале было бы, конечно, бошку Кибера найти, но это был бы совсем лакшери вариант. Так, а что насчет секретки? Я, наверное, хочу ее чекнуть. Здесь нет. Здесь. Есть. Отлично. Ага, батарейки. Так, и у меня Пандора, значит, я сейчас ее использую, да? Да, Пандору я открываю. Два синих сердца и синтол. Очень хорошо. Чуть не забыл просто про нее. Так, чпуньк. Джи. Отлично. Ой, случайно выкинул. Можно же зря глазом Каина вот так стрелять немножечко. Я не знаю, кстати, смотрю так. Он шотит из какахи, то есть получается, что у него урона больше, чем 3,5. Кто не прочитал его описание. Не знаю, как зависит от моего урона или нет. Но когда мы скорость бега подберем, будет все, конечно, гораздо комфортнее сразу же. Это как бы мне так... Отлично. Ну, глаз Каина иногда можно его использовать, когда он прямо в тему заходит, когда он рядышком с кем-то летает. Отлично, хороший удар. Тихо. Нет, уйди, только не чемпиона. Так, это мухи. Между ними не пойдем. Я не знаю, что нам такое сейчас могло бы хорошо прям зайти для этого персонажа. Я так немножечко вспомнил просто, как он, что он делает перед серией. Как именно там работает его урон. Там типа 3-кратный урон с броска он бьет. Еще там 5 фиксированных, что-то такое. С кости своей, точнее, 3-кратный урон и 5 дополнительно вроде как. Тихо. Не торопимся прям слишком сильно. О, кнопку нажали, отлично. Вообще в идеале действительно нажимать кнопку сразу. То есть я ничего не теряю, я просто... Ну это такой, знаете, слишком сейвовый вариант. Я бы не хотел прям слишком жестко этим злоупотреблять. Но могли бы. Вообще вот этого здоровяка, кстати, взрывающегося, знаете, куда надо отвезти? Надо его отвезти вот сюда.
Я это сделаю, да. Я взорву им грибочки. Пускай будет. Ну, мало ли, пилюлька бы выпала, какая интересная, что-нибудь еще даже покруче. Блин, было бы круто, конечно, если бы выпало реально. Это был бы прям красивый ход. Ой, хорош. Да, процентов 80, что ли, урона блокирует, когда находится в защитной форме, я не помню уже. Так, это последняя волна у нас здесь. Слушайте, вот на самом деле, я даже так... То есть, как бы, я всегда так за то, что вот один такой забег, он показательным не является, потому что, ну, типа, могло не повезти с врагами, там, например, еще что-нибудь такое. Но сейчас у нас первые этажи прям вообще были максимально лайтовыми. Даже не из-за того, что нас я останавливал волны, а потому что просто, в принципе, волны сами по себе были не настолько прям дикими. Но, опять же, могло и повезти. Тихо. Хорошо. Отключили. Хорош призывать бомбы. Я не хочу вставать с ним наискосок, потому что мало ли попадет по мне. Вообще не пускает меня к моему мертвому грузу. Тихо. Готов. Не знаю, почему-то они как-то противненько так ощущались мне сейчас. О, мега-моб бы уничтожил просто. Я его запинаю. У меня, кстати, один удачи есть, там, по-моему, 7 удачи на 100% шанс на рога Локи был, да? Нормально так. Интересно, а он, когда мы его бросаем, он делает? Да, он может делать четверной удар, правда, он с 4 выстрелов, с 4 ударов кости вряд ли будет попадать. Мне кажется, всех 4. Так, я хочу себе взять, значит, наверное, вот это. В любом случае, хочу ли я взрывать аппарат? А мне не хватит денег. Просто я такой думаю, вот, если что-то такое, что я хочу себе оставить. Ух, ни хрена себе. Так, и вот здесь надо быть очень-очень аккуратным. Потому что эта штука, она может в люк залетать. Какая хорошая комната финальная здесь была. В комнате ангела, в принципе, мне ничего не надо такого особо. Не надо к ней как-то особо готовиться, то есть. О, бамба. Так, с ним аккуратно. Я не хочу, чтобы он меня деньги перил. Своими ударами. Ах, ни хрена себе. Реактивная хрень. Я его там вслепую где-то бью. Не знаю, каким-то образом. Просто будешь, что он как... Тихо. Стой, ты охренел? Он выбил своим кулаком из мертвого груза деньги. Он из него выбивает даже. Лол. Даже когда я не получил урон, он все равно из меня деньги может выбить. Так что не кидаем ему на лапу, кстати. Вот что я скажу. И что ты тут мне попердываешь? На тебя глазом Каина. Кикнула его чуть-чуть. Как же я не люблю этого босса. Реально один из самых страшных. Тихо. Добивай. Есть, хорош. Напряженько было. Зато комната ангела, и здесь у нас есть книга добродетелей. Такс. Книжный червь создает орбитальный огонек, который стреляет специальными слезами, но может быть уничтожен. Так. У меня ключей нет. Черт. С другой активкой можно использовать. Я бы... Знаете что? Я взорву вот это, короче. Пофиг. Мы могли бы зайти туда и так, как бы, аккуратненько, да? Типа так. Но у меня обычно так не получается. Я очкую это делать. Давайте, я не знаю, давайте ангела сломаем, да. Возьмем себе огонек, это сильный ангел. А, огонек мы, кстати говоря, около... Че он оттолкнул, так его странно. Я буду за своим телом прятаться. Не, хитбокс это самые мои атаки бы повысить. Полифем я хочу. Вот что скажу. Держи. Знаете, как за огоньками прячешься здесь. Интересно, кстати говоря, если бы я встал прямо около... Прямо за огнями этими встал, он бы ко мне смог подойти как-то, нет? Он что бы делал вообще? Лол. По-моему, это была плохая идея. Определенно. Это была ужасная идея. Но это было интересно попробовать на самом деле. Это того точно не стоило. Я понял, что это, скорее всего, не стоит. Я не ожидал, что я настолько много потеряю сердец. Но мне было очень интересно это проверить. И теперь я... А, глазные капли.
А теперь я бы хотел аккумулятор взять, если честно. Да, я возьму аккумулятор все-таки вместо глазных капель. С кнотаром не надо, я думаю. Пилюлю тоже брать не будем. А, и, кстати говоря, у меня есть батарейки, есть точно. Как раз сейчас зайдут мне. Раз. Два. Несколько огоньков себе сделали. Подождем пока что, если найдем где-то еще активку. Дальше и погнали. Собственно, да, несмотря на то, что у нас бета не закрыта, мы все равно можем использовать книжечку, иногда ее встречать вот так. Пытаться найти с ней какие-то синергии интересные. Ключик и сердце. И удача. В принципе, даже нормально, кстати говоря. Старец лет и слез наносит 6 единиц урона в секунду. При контакте с врагом с некоторым шансом выпускает луч света. То ли он кажется, сколько-то ударов наносит его, то ли что-то такое. Да, Infinity. Нажмите кнопку выброса предмета Ctrl, чтобы перебирать кубики. При использовании применяется эффект этого кубика. Время заряда меняется в зависимости от того, как кубик был использован. Создает обычный огонек вместе с огоньком копируемого кубика. А, это очень имбовая штука вроде как, да? То есть это все кубики просто какие хочешь. Смотри, такая желтая, как... Видите, такой ячейка, не ячейка, как-то тут значок тира предмета, он изменился тоже у нас в моде. Блин, ну я даже не знаю, ну типа я возьму это, конечно. Это такой предмет, который просто лютая жесть. Я его находил, но тогда не понял, что он делает точно, потому что у меня был, по-моему, за Alt-Eden, и он у меня быстро сменился. У меня случайно появился, я не мог прочитать его описание. Вот сейчас так, что типа просто любую дэшку использую. Учитывая, что это гридер, то опять же, это нашли батарейку, получили, сломали игру спокойно. Я редко так делаю. Но это такая одна из самых классических гломов, на самом деле. Могли бы сделать, в принципе, по фану. А, кстати, я огоньки свои нахрен все трачу моментально ведь. Да. Единственное, что в таком случае надо мне как-то умудриться не собрать все вот эти вот монетки, которые у меня есть, дропаются. При этом еще и выролить себе батарейку. То есть вот такие у меня тут задачи сейчас. Да хватит подбирать монетки, ты охренел, что ли? Он свои кости их лутает. Она слишком большая для него, для того, чтобы аккуратно ей пользоваться. Я не достал. Отлично. Так, подождем немножечко. И вот этого снесем нафиг сразу. Отлично. А, тихо. Прям рядом со мной появились. А, как-то неудачно меня тут подзажали немножечко. Что мне делать? Вот этого снеси. А, не снес. Ёлы-палы, куда выкинул? Как тут доджить это говно? Называется, монетки старается он не подбирать. Не, нафиг, надо на следующем этаже уже делать это, если делать, конечно. Ай-яй-яй-яй. Чё там говорил я про то, что гридер стал легче? Ну тут просто мобов всратишек заспамнило, которые спамят нам по всему экрану. Ещё пин-чемпион. Мини-пин вот этот. Да хорош! Я ж так сдохну. Есть, наконец-то снесли его хотя бы. Этот готов тоже. Чё-то жесть какая. Ну, ребят, если я выживу, я на вас оторвусь. В принципе, на этом гридере. Потому что все пока что... В принципе, мне будет без разницы, сколько у меня денег останется, если я просто смогу сломать, правильно? Мне надо как-то просто подержаться. Соответственно, мне синие сердца сейчас пригодились бы даже. Я беру себе до бесконечности. А у меня есть синие сердца, между прочим. Есть хорошая пилюля. Так, а это у меня что за кубик? Как кубик узнать? Это D1, да? Это D4, это D6 вроде бы. А вот и D20. Хо-хо-хо. Так, ну я подожду. Но если бы у меня здесь была бы батарейка... PHD я даже не знаю, ну типа... С одной стороны пригодилось бы, с другой стороны много денег надо на это. Давайте пока что подождем, не будем взрывать это все сразу. А дальше будет... Все монетки беру и забираю случайно. А, вот совсем бомба на меня ведь агрит, да. Это надо как-то, я не знаю, либо аккуратненько прям нажимать на кнопочку, либо вообще на них не нажимать. Нифига себе, у нее версия измененная чемпионская теперь выглядит как. Не уверен, что мне стоит эти 6 монеток как-то
менять. Что-то даже 5 уже. Что у меня потом станет, я так понимаю, что скорее всего зарядов гораздо больше будет требоваться дальше для D20. Не 2 заряда явно. Скорее всего, как D20 требует, 6 штук. Ой, хорошо. А, облачко, кстати говоря, за моим персонажем, за моим трупиком бегает, да? Две карты. Правосудие. И солнце. Не знаю, куда мне солнце использовать. Но Джастис может пригодиться. А мое облачко, кстати, будет дамажить? Нет? Нет, оно не бьет так. Думал, мало ли она как марка работает, как мешок, который создает такую... Как ее назвать, да? Пентаграмму на земле, что она бьет даже летающих целей. Ай, хорошо ударил. Пару раз. Вот это прямо они вообще в тему. Кстати говоря, сейчас у меня свет вылетел. Аккуратненько. Ой, ты, блин, не заметил его что-то. Готово. Это сделка, блин, ну какого хрена? Шанс на ангела 71,9%. Все. Насрать. Сделку держи. Ну давайте зайдем. Здесь уже смысла, по-моему, скипать нет, если не ошибаюсь. И, к сожалению, я ее не покупаю. Ну, к сожалению или к счастью. Да, просто выходим. Так, Джастис, есть смысл, в принципе, вытащить на следующий этаж. С другой стороны, я мог бы картой солнца вынести врагов. Есть ли смысл здесь все-таки 3 монетки, 5 монеток? Джастис использовать здесь. Мы могли бы его там вытащить, там использовать, чтобы просто набрать больше дропа всякого там на следующем этаже. Ни одной монетки не хватит, кстати. На PHD. Не, давайте Джастис здесь используем, короче. Хороший дроп. PHD теперь мне хватает на него. А на следующем, на следующей локации тогда, смотрите, я жду все волны, а потом использую солнце для того, чтобы вынести всех и самому минимально как-то двигаться. I can see forever мы берем себе на следующий этаж, я думаю. А, стоп. Какой на следующий этаж? А, и смысла нет его на следующий этаж брать, потому что я здесь секрет не нашел. Так что используем в этой, на этом этаже сразу же. А вот она. Так, меняет сердца в комнатах на черные или другие, уменьшает выпадение сердец. Шанс случайно... Давайте, наверное, возьмем себе хвост демона. Пускай будет. Если у нас в комнате, в магазине будут появляться сердца, то они будут черными, я так понимаю. Так, хорошая камни я тут не вижу. Погнали дальше. Мне надо не знать, что я могу и D6 использовать, кстати говоря, да. Потому что я к D-бесконечности я не привык. Я понимаю, что это, наверное, очень посчитаемый предмет комьюнити. Но я могу с ним... Коробка, было бы хорошо ее в соседней комнате открыть, да, как-нибудь. Так не получится, по-моему. Слив. Spawns an extra wisp per pooped enemy. Да это, короче говоря, виспы за каждого заговняканного моба. Ну, превращенного в какаху. Ёлы-палы! Да бесконечность, заряжаемым малышом и с батарейкой. Хорош, ну походу этот этаж станет роковым, возможно. Для игры. Йоу! Не зря я взял эту штуку. Я так понимаю, что здесь было бы 4 обычных сердца, да? Так, ладно, давайте кнопку нажмем, призовем себе мобов, да. Естественно. Это обычная мамочка. Блин, их несколько было. А, и оно не зачищенная комната считается, ладно. Так, их даже не 2, и даже не 3. Не успел. Все, теперь готово. Так, ну что ж. Я мог бы использовать смыв и вынести всех врагов, в принципе. Хм, это как вариант тоже. Типа, да бесконечность мне сейчас надо ли? Вот использовать сразу же прямо? Я думаю, нет. Да, в принципе, мне нравится такой вариант. Давайте, единственная проблема, то, что здесь спрятаться... А, нет, даже спрятаться есть где. Тогда, смотрите, я стою здесь. О, боже! Да вы серьезно? Они глаз заспавнили мне. Давайте так сделаем, смоем их сейчас. Остальных потом. Надеюсь, что 4 комнаты у меня еще зарядятся? Нет, я вот не уверен, кстати говоря. По-моему, нифига не зарядится у меня 4 комнаты. Придется кинуть. Если что, солнце используем. О, ко мне идет засранец. Фу, блин, наступил на какаху. Мой план немножечко провалился, да. Малость.
Так, еще волну надо продержаться, и тогда всех превратить. Пока мне никто не мешает, вроде бы. А, почти никто не мешает. Это штука только. Хватит. Ух, как вовремя. Смыли, хорошо. Так, у меня мало здесь денег. И стараемся их не подбирать случайно. Но вот здесь может что-то выпасть. Черное сердце есть, есть какашка. Ой, хорош. Конечно, что он сейчас будет меня лутать все подряд. Стоит ли сейчас начинать? У меня денег не хватит, кстати. Черное сердце не стоит брать себе. Хвост демона, в принципе, я думаю, тоже можно оставить здесь. Давайте это сломаем. Ой, хорош. У меня сейчас из каждой какахи очень большой шанс дропа всякого. Можно еще постараться полутать, но просто я не уверен, что я смогу увеличить количество монет, потому что я их подберу. Случайно. Давайте попробуем сделать так. Как бы мне всех врагов этих вынести, а? Давайте солнце используем, ладно, хрен с ним. Просто тут монетки, там монетки. Я просто не знаю даже, как мне так вынести их. Чтобы не залутать ни хрена. А это еще сейчас будет мук спавнить. Ах, засранец. Ну прям по полной меня расфигачили. Не получилось. Держи, есть, хорош. Так, все, мы ничего не взяли? Нет, я себе черное сердце, походу, взял. Ладненько. Так, в принципе, дропы здесь уже неплохо. Можно взять коробку и постараться при помощи нее вытащить что-нибудь еще в левую комнату, в принципе. Давайте возьмем, ладно. Да, но все-таки в предыдущей комнате выкинется. О, у меня душа Самсона. Первая душа. Персонаж превращается в форму берсерка на 10 секунд. 0.4 к скорости, скорострельность, плюс 3 к урону, ближний бой. Нифига себе эффектов. Энергия на 48 часов, шикарно. Так, получится ли у меня... Что я могу сделать, во-первых, сейчас? Мне душа Самсона не особо нужна. На самом деле, я хоть и ни разу не знаю, как это будет выглядеть, даже визуальный эффект или что-нибудь такое еще. Но сейчас есть смысл поскидывать все лишнее сюда, всякие тринки и прочее. Все то, что, в принципе, я, ну, потом найду лучше тринки, хотя я не открылся бы от этой своей. Можно какашечную тринку было бы оставить, но... Пилюлю на 48 часов я где-нибудь использую. Потом. Все остальное здесь вот это можем взять, в принципе, да? Ну да, я думаю, это можно взять смело. И мне нужно еще будет несколько монеток, да? Нет, мне не нужно будет пока что монеток. Пока что у меня хватает всего, в принципе. Пока что у меня есть пилюля. Мне нужен заряженный малыш в идеале. Но на него тоже надо накопить еще будет. Давайте вот это бахнем, во-первых. Понятно. В принципе, 5 монеток, я рад. Так, все, вроде ничего не напутал. Берем и реролим это все. Добро. Не понял. А где? Что это было? А что произошло? А где мой D20? Это же D20, нет? Почему я использовал какой-то... Почему я... Куда я сражал все предметы? У D20 шанс теперь есть. Что он может все сломать, что ли? Что он может ударить все предметы, что ли? Или что? Что это было сейчас? Я не понял. В общем-то, ребят, как бы вам так сказать? D20 сам по себе не изменен. Все в порядке. Я просто думал, что может быть его понерфили, чтобы нельзя было так жестко забузить там или что-нибудь такое в духе. Нет. Все так же. Просто есть у нас замечательная синергия, блин. С книгой откровений. Он помимо того, что спавнит мух, собственно, как должны быть огоньки, да, в среднем круге. Он также еще призывает виспов рероля вместо рерола пикапов. Instead of rerolling pickups. Соответственно, он дает какого-то мне рандомного виспа за каждый предмет уничтоженный, за каждый пикап. И пишет, что за бета не, соответственно, у тебя не получится ломать игру, там и D20 вообще, в принципе, адекватно используется, что оно будет вот так вот... Уничтожать предметы вместо того, чтобы их реролить. Можно скинуть это активкой масло. Но не активкой, тринкой. Но камон, я масло сейчас не найду. Вы понимаете, какой тупой фейл? Я пошел по ангелу. Потому что в гридере... Потому что мне не надо было тогда идти на дьявола. Он мне был не нужен тогда. Мне выпадает D-бесконечность. Мне выпадает бэбик. Мне выпадает батарейка.
Но у меня долбанная книга до этого была взята, которая руинит полностью это. А вот те, кто знали это, наверняка предвкушали этот момент. Типа такой, ха-ха-ха, сейчас он используется и обосрется. Да, он обосрался. Че я могу тебе сказать, теперь сказать-то? И причем мне эти огоньки нахрен не сдались. Потому что, типа, они у меня будут уничтожаться моментально. Чертово красное говно на красном фоне. О. Стой! Не успел взять, к сожалению. Не очень мне нравится ситуация. Я далеко от них ушел. Я не знаю теперь, где они под землей. Где-то здесь должны быть рядышком, уже, мне кажется. Так, мне еще не нравятся вот эти вот мухи, которые ко мне идут сюда. Давайте вот так сделаем, короче, заныкаемся тут. А, стой, я вот это не учел как-то. Хорош, один готов. А второй где? А поближе не хочешь? А второй сдох уже, что ли? Я даже не заметил. Ах ты, зараза. Не заметил его. Так, это что? У меня кнопка нажата, или мне кажется? А что происходит? Окей, хорошо, а где комната ангела? Почему музыка осталась? Как будто бы я комнату зачистил, но как бы не зачистил. Это финальная комната? Меня в смысле, где? Я ж не перезашел. Погодите, я не понял. Я просто не заметил, как у меня второй умер. Но он умер. Его здесь нет. При этом комната не открыта. Музыка идет, как будто комната не зачищена. Что произошло? Я перезашел? А. What? Что? Подождите, я запустил волну еще раз? Ту, которую прошел? Я мог выйти из комнаты, то есть реально именно забаговалось так, что у меня один босс, он куда-то пропал, но не посчиталось, что я его вынес. Соответственно, мне награду за комнату не дали. Но при этом дверь открылась. Я вот не заметил, в какой момент он именно у меня исчез. Конечно. Засранец какой. Я раньше такого, если честно, не встречал ни разу. Так, у меня здоровье, в принципе, то еще есть. Обидно, что... А, ну хотя, в принципе, у меня есть батарейка. Блин, а мне надо было бы... Наверное, D6 зарядить, да, перед тем, как к ангелу идти. У меня есть, типа, пилюля моя. Мне не хотелось, конечно, ее тратить, но, в принципе, мне сейчас уже... Вряд ли я смогу лучше использовать, правильно ведь? Вряд ли я смогу лучше использовать свои батарейки, кроме как нарерролить здесь что-нибудь. Круг защиты. Я бы его себе оставил. Мне он нравится. Вопрос, вокруг чего он будет? Вокруг меня или вокруг моего тела? Кстати, вопрос хороший. Может, есть смысл прирольить, потому что если... У меня есть целая пачка, будет... Целых две батарейки будет, два рерола, два предмета. Можно найти что-нибудь очень крутое. Улыбаемся и машем. Как бы, как это актуально сейчас, да, у нас. Особенно машем. Просто вокруг себя его водил. Слушай, мне этот круг нравится, но вопрос, нужен ли он мне так сильно. Потому что обычно я хочу себя защищать. Здесь же я буду как-то по-другому играть за этот персонаж. Мне кажется, что мне этот персонаж не настолько он нужен. Давайте я рерольну все. Я нашел, да. Священный шар, Сакатор. Предотвращает появление артефактов с низким качеством. Я просто помню, что я вот точно, он у меня был, когда я его нареролливал себе с D4 или что-то такое еще, но я, походу, не видел его описания, потому что, либо я не помню его. Подбирал ли я его хоть раз. Значительно повышается качество артефактов, которые будут появляться. Ни хрена себе. Что-то имба какая-то. Хорошо. Так, и стигмата есть, но я даже не знаю, 0.3 урона или одну красавицу. Давайте ролл. Святая вода, хорошо. Немножечко поздновато, но мне она нравится. Она прикольная сейчас. Очень даже. А, да, мне же еще бы смыв купить. Ну, тогда батареечник у меня, к сожалению, в пролете, судя по всему. Лазер. А как бы лазер у меня работал? Я его все равно купить не могу, правильно?
покупаем батарейку, чтобы здесь роллинс просто предмет. Полифем. А, кстати говоря, это, возможно, сыграл краски Сакр Торп. Я просил Полифем, потому что с ним у нас будет огромная кость. Ни хрена размерчики. 27,5 урона. Ёлы-палы. Какой канделябр у меня тут летает просто. Да, в 4 стороны мне на кадр на превьюшку сделай. Чпуньк. Как-нибудь. Ну, покажи красивый кадр, чтобы... Во, хорош. Может, на превьюшку пойдешь. Полифем искал. Наконец-таки он мне вовремя попался. Держи. Терза, конечно, у нас будет адская, но... Адски низкая, но зато дамаг прямо от души. Я, в принципе, даже рад, что на самом деле у меня Дебис, конечно, сломался. Что мне не получится не ломать игру. Ну, может, получилось бы, можно было бы сломать. Я понимаю, ребят, у нас здесь есть D1 есть, который тоже может сломать и так далее. Но это более заморочисто, мне это еще больше впадло, если честно, делать. Бумаги о разводе. Окей, отлично. Так, костяное сердце я себе, кстати, заполнить не смогу, да. Держи. Просто долбил этих пауков. Сразу слышишь какие-то радостные звуки, да? Пустота, мамин ключ и два ключа, и больше принято в сундуках. Ну, честно говоря, поздновато для Шиола. Хоть и по скидке, но все равно. Я бы, честно говоря, рольнул просто что-нибудь. Давайте бахнем их. Ой, скидка, хорош. Шикарно, вовремя я. Так, ну пустота мне не нужна особо. Сам не создает огоньков, создает огоньки всех поглощенных активируемых артефактов. Ага, вот это. Интересно, я могу поглощать ведь... А, он в смысле создает огоньки тех артефактов, которые всосал в себя. Понятно. Еще потому, что тех артефактов, которым статус дается, которые... Алебастровая шкатулка. А как будет эта штука работать? Кусок угля. Типа он усилим... Он не будет работать на кость, да, нашу, наверное? Типа если мы только ее бросать будем. Вряд ли чем дальше мы кидаем свое тело, тем сильнее оно дамажит, правильно? Мне кажется, скорее всего, так. Да, на всякий случай, собственно, уточнил, но не бафает нам мили атаку, собственно, как и не должно. Думал, мало ли вдруг чего. Тогда мне не надо. Можно на бросок, конечно, усиливать, но бросаю я очень редко. Честно. Давайте ролим. Опаньки, есть. У меня музыка закончится? Нет, у меня вроде как предмет уже ролили все. Во-первых, у меня передозировка, это только... Это третий шпиц будет уже, вообще-то. У меня два собрано, да. Так что можно более чем это взять себе использовать. Есть батарейка, кстати, по скидончику. И можно сюда зайти. Да, случайный предмет каждые несколько комнат. Он не уверен, что будет работать в гритере, очень сильно сомневаюсь. Каждые несколько волн, типа. И, в принципе, я бы его, честно говоря, ролил бы. Мне сейчас он, наверное, уже не настолько сильно прямо нужен. Так что давайте. Что-то был какой-то лаг звука странный. Создает случайные предметы, тоже не надо, на самом деле. Возможно, лаг звука был как раз из-за мода. Хорошо, правтос. Нет, что-то Сакр Торп, по-моему, лютая жесть. Я не знаю, как именно работает он. Надо прочитать сейчас, наверное. Потому что он устраняет 0-1 тир, значительно повышает шанс. Возможно, что он, типа, как знаете, у Альтлоста, типа, там, перебраться несколько раз на предметы, там, чтобы найти какой-то более крутой, условно говоря. Но он прям вообще, мне 4-й тир предметов так и так валит только. Мне не так бафнулся урон, вроде как, но он должен усилен быть сблизи, я так понимаю, да, ведь? Так, а что у меня там этот самый? Что у меня там наменялось-то все? Тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Ауч. У меня здоровья не очень много, конечно, но удары у меня сильные. Очень сильные. А тихо, вот здесь вообще беспалевный моб заныкался. Я просто куда не... Да ёлы-палы, ну серьезно, глаза. Ты их не видишь, они тебя видят. Жесткие волны дают. Не достал немножечко. Все, готово. Фух. Так, я хочу себе гормоны купить по-любому. 100% их себе берем. И грибочек мне не нужен, я думаю. Удачи вверх, хорошо.
Ну, это мы, наверное, ролим, в принципе, себя. Да, давайте. Один здоровья, D8. Случайный урон и скорострельность. Если бы мы тебе терзу себе до нуля опустили, бы у нас было бы типа бесконечное. Ну, 120, точнее, терзы, да? Не уверен, что мы этот персонаж можем опустить до нулевой. Как-то. Хотя, блин, прикиньте, было бы опустить, это была бы жесть. Блин, а что если попробовать? У меня, в принципе, есть батарейки там в том числе, правильно? Не знаю, можно ли это сделать за альфа-готана просто с его косточками. Там просто есть такая механика у нас, что если ты опускаешь терзу до отрицательной, то она у тебя как бы начинает считаться с обратной стороны и снова начинается... Почему у меня то как-то два заряда было, то шесть? Я вот думаю только, от чего должно зависеть-то? От последнего использования? Ух, ни хрена себе! Боже! Откровение, Godhead, и тут еще чистое сердце, которое тоже топчик. А что брать надо? Моему персу-то. Непрерывная стрельба мне не работает, мне не нужен ревелейшн. Ну, Godhead надо брать, наверное. Хотя, опять же, а что он будет делать? Я хочу про Сакратор почитать, если честно. Что-то это жесть какая-то. Ну, тут, короче, ребят, пишется, что 0-1 тир, короче, у нас, собственно, перебрасывается автоматически. А второй тир у нас, то есть они вообще не могут упасть, да? Там дальше написано про это как раз-таки, что из-за того, что у нас нулевой тир. А, у нас типа скотл перебрасывается просто. Я вот не знаю, но может обратно мне 0-1 тир дать просто, в чем вопрос. Вроде как может, я так понимаю. Не уверен. Не уверен до конца. Потому что я думал, типа, перебрасывается до победного или просто вот разок. И, короче, 33% шанс, то, что он уролит даже предмет второго тира. Соответственно, 3-4 у меня ощутимо чаще начинает попадаться в целом. Очень жестко. Вопрос следующий. Не лучше ли здесь всего чистое сердце? 20% к урону, 1,2 множитель. Не очень большой. Наверное, нет все равно. Но я не знаю просто, что мне сделает Godhead и что мне сделает Откровение. Полет прикольная штука, два сердца прикольно. Но луч ангельский Брима этот работать у меня не будет. Потому что для него надо заряжать. Я не заряжаю за этого персонажа. У меня он каждый раз приходит тогда, когда не надо. И божественность. Godhead тоже... Я не знаю, у меня самонотка вообще как работать будет? Нет. Просто остальное исчезает. Но я возьму, допустим, его все-таки. По-моему, ничего не должно быть. То есть у нас на кости, но будет влиять на бросок кости. Но, да, немножечко облом в то же время. Можем по три монетки за батарейку платить. И попытаться себе статы в ноль сролить. Попробовать. Хотя бы. Но можно обосраться. А как я обосрался? Что будет хуже? По-моему, ничего не будет хуже. Короче, ребят, честно говоря, я не нашел на страничке на Вики информации о том, что 120 терзы себе как сделал с D8. Но посчитал в последних патчах, вроде как D8 не меняли. По крайней мере, я там по поиску D8 я не нашел, что о нем было что-то такое. Надеюсь, что это можно сделать, но не факт, что я за 5 роллов смогу это сделать в то же время. Но я попробую, по крайней мере. Будет весело. Не знаю, поехали. Терзы минус 0.05. Блин, я охренею ее тогда. Я не знаю, какая у нас здесь минимальная считается. 0 или... Если до 0 надо, то это же охренеть просто. Ой, 0.24 случайно. Минус 22 урона! Оно множитель типа дает. И кажется, следующее использование типа отменяет предыдущий множитель. Что-то такое там было написано. Минус 0.46, ни хрена там статы летят, конечно, люто. Минус дамаг опять весь. Ну, такое, если честно. Чё-то странное. Я сомневаюсь, если это реально у меня прокнет, я охренею. Но я ни разу так не делал, я просто знаю примерно немножечко об этом. Все. Ну, сейчас немножечко потыкаем еще, сколько получится на этом этаже. Так, надеюсь, честно говоря, что мы справимся с мегастаной, потому что вроде как у меня все хорошо, а с другой стороны, все-таки здоровья-то не очень много. Зубочистки есть, зубочистки наоборот не надо. Это откроем. Зубочистки наоборот мне терзы дадут сейчас. Мне нужно ее понизить. Понятно. Мозговой червь топчик, но мне сейчас он не нужен, по-моему. Да здесь, в принципе, я даже не знаю, что мне искать надо ли. Давайте секретку чекнем здесь. Нету. Что касаемо этой стеночки. Есть. 5 монет просто. Ну, хорошо. Если бы нашли батарейку себе, было бы хорошо. Было бы очень-очень хорошо.
Потому что так мне деньги особо девать некуда, правильно? Давайте торолить. Соска, синее сердце есть как раз. Я подумаю пока что, давайте подождем. Не забываем роль, использовать нашу активку по кулдауну. Просто у меня, я кидаю, он сносит все на своем пути. Вражеские слезы в том числе. Закинули его на врага, он сдох сразу же. Плюс 0,56 терзы, черт меня побери. Ой, случайно нажал на кнопочку, ну ладно. Еще разок. Скорость бега такая обычная, прям после повышенной. Вообще, кажется, медленно двигаюсь. Аккуратненько с этим, потому что их не видно, они бринусы могут долбануть. Держи. Ролим 0.63. Что-то я особо в минус не ухожу, по-моему. Это, конечно, желательно, чтобы у тебя в начале забега где-нибудь попался D8, и то не факт, что получится все-таки это реализовать. Я не увидел, кто меня ударил. Чем музыка закончил? А, все, уже защищен комнату, окей. Я думал сейчас, что кто-то еще сверх кто-то остался. Нет. Как задели ангела, так сразу хана. Так, у нас... Нет, не с курицы. Ну, прям передо мной. Все, швырнули хорошенько. Остается чуть-чуть. Блин, все-таки достал. Как забрать сердце? Статы не очень. У меня и дамага в итоге немного, и терзы не то, что фантастически как-то. Прям статы такие себе. Так, что у нас здесь есть? Два синих сердца с монстра чемпиона, политических комнат более чаще выпадают предметы. Фига. А, стоп, это символ баланс, точно. Приоритет на выпадение предметов, на которых не хватает игроку. По-моему, надо просто три красных сердца брать, потому что три синих сердца будет. Типа, мне без разницы особо. Давайте бахнем вот здесь, вот так. Мало ли что-то из этой комнаты выпадет мне. Хорошая, мы должны ее без урона, в принципе, пройти, да. А, вторая часть ключа, точно. И нет, я ролить не буду, нечем, в принципе. Я как-то забыл, что у меня второй части ключа не было. Ну что тогда, синие сердца просто покупать. Давайте одно купим и ролим все-таки. Модем есть, Долли. Мамина коробка. Ну, модем прикольная штучка. Могли бы взять его. Просто не совсем то, что я ищу. Давайте карту возьмем, Верховная жрица. Ну, окей. Не, давайте я подожду, еще что-нибудь поищем. D8. О, право первого роста. Хорош. Дает активный артефакт. Череп, отзыв, слот под пилюли карты. При использовании тела возвращается к душе. Активный артефакт. Ого. В кьюшку? Стоп. Охренеть. Оно еще быстро возвращается. Оно быстро перезаряжается. Йоу. Вот это эффект права первородства у него. Принеси врагам урона. Давай купим. Миска супа. Похлебка, которая мне бы сейчас пригодилась бы, в принципе. Под конец ее так взять и хорошенько. Бафнуть себе урон. Вот, оказывается, еще было что залутать, но смерть мне не надо. Голова при получении урона призывает одну муху, которая долбанет, конечно, хорошенько, но я думаю, что оставлю свою. Все, пойдем так. Блин, забег вроде как такой, знаешь, ни рыба, ни мясо. Вроде то там, то сям, но в то же время Sacred Orb, в то же время право первородства на альт, как его называют, Forgotten просто. Символичный, да, все время забываю название забытого, да. В принципе, забываю частенько про его существование. Ну, надо пользоваться этой штукой сейчас будет, значит, мне активно стараться. Давайте долбанем Верховную Жрицу сразу же, которая у меня ушла молоко. Так, подожди. Где там мой D8? Я не вижу, вот он. Используем. Хрена себе, я реактивный. А чё я такой быстрый? У меня скорость бега явно больше, чем 2.0. Что это?
Че это за спины просто? Че это за адская неудобная скорость бега? D8, верни назад, что сломал. Я просто за один удар практически полностью заряжаю себе заряд один. Убери это говно от меня, пожалуйста. Тихо. Хорош. Я ж не справлюсь так, если я буду такой реактивный. Так, активку еще разок. Забираем. Ну, типа, должен, наверное, справиться, но неудобно. Оно мне терзует. Понизь мне скорость бега, пожалуйста. У меня здоровье так закончится постепенно. О, понизило наконец-таки. Жесть как. А я не знал, что это. Типа, что это было такое? У меня реально скорость бега была больше, чем 2.0. Я думал, что у него кап 2.0, и ты не можешь никак сделать ее быстрее. Ну, кроме как вот тогда, когда мы в душе были, например, да? В форме души какой-то. Предмет, который тебя... После получения урона тебя как-то превращает. Вот я думал, что только там мы можем такую скорость разогнать. Повышенную какую-то. Думал, что вдруг вытащу, да, все-таки. Капец вас наспавнило, а. Он мне опять стал быстрым, кстати. Да, я снова опять стал. Ой, я вынес его случайно. Не ожидал. Я пытаюсь следить и за кьюшкой, и за... И за основной активкой в том числе. Как видите, это у меня получается, откровенно говоря, хреново. 0.59 рзы бафнули мне наоборот. Ну, долбим его потихонечку. Монетки лутать мне не надо. Тихо. Поэтому особо не собираем. Мы могли бы, в принципе, там ждать, пока он на первой фазе будет хиляться, пока он призывает существ и бесконечно себе вот так вот фармить. Но мне было бы падлу. Ну, кстати, мы его почти вынесли уже. Да, конечно, удары у нас сильные. Ай. Но 0.4 терзы в итоге. Что вот это такое? Вы посмотрите, с какой я скоростью двигаюсь. Перевернутая карта смерти. Я не смотрел, кстати, какая карта перевернута у меня откроется. Что это? Этим как управляться надо? Жух, просто вжух и все. Я думаю, что это даже не 3.0 скорость, это больше. Он причем как будто ускоряется еще. Ну да, он типа, он же разбегается сначала. Че за жесть? Сакры Тор просто лютая хреновина. Очень мощная штука. Серьезно. Оно просто мне целую кучу предметов 4 тира навыдавало, я так понимаю. Не сначала его получить, ад. Я не помню, когда, за кого я его куда открыл. Право первороста за него, оно именно... Типа, оно мне сейчас не настолько, может быть, сильно нужно было. Но сам эффект очень, по-моему, интересный и приятный за этого персонажа. Хотя в маленьких комнатах, может, не настолько нужно. Не знаю, мне понравилось. У меня серия побед сбила, соответственно, потому что я один забег начал, а потом... Начал на гридер, потому что я просто не туда нажал. Но хрен с ним. Открыли себе еще одну карту, посмотрели на гридер немножечко. Посмотрели на парочку новых предметов, которых я раньше не встречал. Ну, точнее, право прироста для этого персонажа, Сакра Тор, в принципе. Жесть. Это было весело. С D8 немножечко побаловались. Забавно запоролся у меня до бесконечности от книги Откровений. Не Откровений, как она называлась там? Книга Добродетелей, вон. Не знаю, такой, знаете, небольшой вроде как забег, но достаточно красочный. Много чего произошло забавного. На этом сегодня, ребят, все. Такая получилась серия. Надеюсь, вам понравилось, что получили от нее удовольствие от этого просмотра. Если это так, то подписывайтесь на канал, я буду рад. Оставляйте комментарии, оценивайте видео, тоже будет очень приятно. Вступайте на сервис в Discord, если хотите пообщаться, я буду рад. Подписывайтесь на канал в Телеграме на всякий случай. Включи блокировки Ютуба, хотя сейчас вроде как немножечко подостыло. Я очень надеюсь, что все-таки до этого не дойдет. Но пока что еще все равно напряжение до конца, скажем так, не спало. Все, ребят, на этом. Всем желаю хорошего настроения, такого же дня, всем удачи, новых встреч. Всех вкусных, ребят, и всем пока.